Красные черевички 3 рубля 25 копеек в советское время. Сегодня куплены на барахолке. Для роли. Хулиганка Марина Щетинина, актриса театра «Самарт», главная героиня спектакля «Манюня». Со своим персонажем нашла много общего. Совсем еще молодая актриса очень хорошо помнит свои детские приключения. Они все время были с какими-то последствиями, поэтому гордиться, наверное, нечем. Но я помню, как я в детском саду сказала, что «а давайте поиграем в парикмахерскую», и я всем намыла голову песком. А потом у нас у всех завелись вши. Вот, кроме меня, потому что себе я голову песком не мыла. Армянская писательница Нарине Абгарян написала удивительную книгу о девочке Манюне. Добряк и весельчак по натуре, полностью оправдывающий свою фамилию актер Самарта Дмитрий Добряков, 4 года назад проникся произведением и написал инсценировку. Признается, что первый вариант был отвратительный, но взявшись за дело с профессионалами, что-то получилось. Режиссерский дебют Дмитрия – смешной и трогательный рассказ о том, чего не вернешь. К этому времени не будет больше никогда. Поэтому у нас как бы и ностальгия, и сердце иногда зажимается, вспоминая это. Хотя мы смеемся, как бы, а при этом мы чувствуем какую-то грусть. И мне кажется, вот это вот, она поймала Абгарян в своей книге, вот это вот состояние, когда вроде бы весело, а на самом деле и тепло на душе, и грустно. Юмор, светлая грусть и ностальгия по детству ждут тех, кто захочет окунуться в атмосферу дружбы и теплоты, искренних отношений, пионерской честности с армянским колоритом. Премьера спектакля состоится 10 декабря. Марианна Мирная, Артем Сулайманов. События.